Привет всем! Если вы хотите вот такую миленькую девочку, то я вас научу, как ее лепить из пластилина. Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та-рам. Пу-пу-ру-пу-ру. Берем обычный пластилин. Еще нам понадобится ковр для лепки. И детское творчество, чтобы мы не запачкали наш стол. Берем наш пластилин. Оп-оп. Наш пластилинчик. Сейчас, наверное, будем делать мальчика из куколок. Может, сделаю даже город целый. Сейчас начнем. Для этого, как вы видите, нам нужна желтая голова. Желтый кусочек пластилина. Вот я сделаю ее самостоятельно. И мне вообще никто не помогал. Сейчас мы уберем нашу девочку. Какая у нас так неудобно. Вот так вот можно. Все. Вот раскатываем наш пластилинчик. Понимаю, все уже размажется вот так вот. Но это ничего. Сделайте так стороной, что я не размазалась. Вот. Берем желтый пластилин. Ой, белый пластилин. Берем. Вот, белый пластилин. Разрываем его на две части. Вот, в принципе. Ой, простите, у меня такой чехол, что невозможно. Попрошу папу. Вот у меня такие глазки получились. Это будут наши будущими глазками, как я уже сказала. Кукла-кукла. Наша миленькая. Сейчас берем наш как бы лицо. И вроде нужно измельчить немножечко. Вот. Берем и приклеиваем на нашу голову. Сейчас мы сделаем это. Вот у нас получился такой глазастый парень. Это будет наш мальчик, потому что я уже сделала девочку, как я уже сказала. Вот. Теперь берем еще меньше наши кусочки черного пластилина. Вот кусок один остался. От прошлой нашей куколки. Ой. Вот это упал пластилин. Как мой братишка говорит смешно. Опало! Сейчас берем. У нас будет мастер-класс такой. Это очень весело. Надеюсь, вы не поленитесь. Не нажмете еще какое-нибудь видео, а, как вы знали, из пластилина налепитесь классные глазки. Вот, точнее, классные. Тут даже ротик скопился из-за какого-то странного штука. Будто ротик, представляете? Друзья, это как будто ротик, это невозможно. Сейчас, наверное, это очень интересно, потому что, знаете, снова у него кривая осанка. Не кривись. Все, вот. Здесь такой... Да не кривись ты, нормально стой. Вот. Сейчас наш пластилинчик мы надорвем ему. Тут. Значку подправим ему его как бы ротик. Вот. Подравняем его на улыбочку, потому что у нас все веселые люди, и нам нечего грустить. Ротик. Вот. Теперь делаем наше туловище. Туловище у нас будет
не знаю, какого футболка цвета будет, но я уже знаю, что джинсы всегда синие. Ну, наверное, красным сделаем нашему человечечку, так предположим. Футболку. Берем красненький, открываем его. Что случилось? Что случилось? О, все. Я попробую. Я достану наш цветик. Самоцветик. Вот. Бью. Пачечку. Как шоколадка выглядит вообще. Знаю, что пластилин выглядит как шоколад. Но это будто бы очень вкусно. Я кажется, что можно попробовать. Правда, его невозможно попробовать, потому что он несъедобный. Да. Берем, как бы делаем такой циркуль. Ой, не циркуль, а совсем не то, этот вот цилиндр. Да, вот цилиндр делаем. Вот наша голова. Крепляем наш цилиндр голову. И у нас как бы уже почти получился наш, как бы назвать, человечек, как я уже давно сказала. Я вообще очень в этом видео много говорю. Человечек, это странно. Вот. Я вообще на многие каналы подписана. Но самый главный канал это... Я привыкла называть ее Дарья Набиуллина, которая уже называется Золотой Орел. Да, это очень странно. Она переименовалась Золотой Орел. Вообще, мой бывший канал, точнее, не бывший, а... Прошлая переименовка канала, мне тоже была Золотой Орел. Ну, она написала, знаете что, по секрету вам скажу, она написала Золотой Орел, а вообще пишется Золотой Орел. Так что Даша переименует свой канал снова на Золотой Орел, потому что правильно пишется Золотой Орел. Вот, Даша. Тебе, чтобы познавала ты, дается знак. Вот мы делаем чепочку. Блин, только, знаете, не получается делать мне ножку. Ножку. Серьезно. Как вообще, типа, такого? Это типа чёточка. Уже сделали ноги ему, только, блин, не лепится. Пойдет в штанах, как бы, человечек. Не обязательно делать такие штуки. Не может просто так вот. Оп. Про тебя он прекрасен. Как цветочка. И... О-фу-фу-фу-фу. Блин, он тоже не лепится. Пальчик. Он тоже с кривой осанкой к нам пришел в гости. С кривой. Блин, и она тоже кривая осанка. Что это такое? Держись туда. Типа, так вот буду держать. Наших подделочек. Сейчас будем делать нашу. Это уже мальчик. Я уже третий раз вам говорю, что это мальчик. Вы ожидали девочку? Нет, это... Мальчик, потому что я не хочу повторения, потому что я не хочу их выкидывать, потому что они такие классные фигурки, и я не хочу повторения, чтобы было красиво. Снова этот чехол падает, простите. Даш, теперь у нас берем один кусочек. Черного пластилина. Они не смогут искривляться, потому что я их поставила так вот. Ну, вы сами видите, они вот так вот стоят. Правда, они легко могут
свернуть туда, а я их поставила туда. Что они никак не могут в таком положении свернуться. Кей сказал туда. Делаем какое-нибудь украшение нашему мальчику, типа волосик. Не знаю, почему я так делаю, но я не понимаю, как это прически у мальчишек. Вот. Правда, я знаю, то, что у моего папы такие, не такая прическа, а просто прическа есть нормальная. У моего братишки тоже. Ну, в принципе, нормально. Блин, они снова так быстро искривляются. Блин, у него нет уши. Блин, это что такое вообще? Что? У него ноги искривились. У него нет ног. Как мы будем делать ему наш как бы джинсики? Придется раскатать колбаску их. Скорее всего, нужно цилиндром им взять. Ноги будут цилиндром. Сейчас я подровняю не в камере. Уже вот. Снимаю сейчас. Не лучше сюда, может быть. Так. Сюда. Закрепляем. Делаем снова такую же колбаску. Не знаю, что вы сейчас видите темноту, но сейчас делаем тоже так же. Закрепляем наш. В принципе,